Если поменять ситуацию, у меня просто фантазирую. Если мы раньше говорили о мегаполисах, о столицах мировых, о кошмарных пробках, Одесса как-то так жила более-менее спокойно. С каждым годом машины прибавляются, и пробки становятся все больше. Поэтому нам необходимо предусматривать расширение транспортной инфраструктуры в нашем городе. Это очень сложная задача, особенно для города Одесса, для любого города. Но над этой задачей мы работаем уже на протяжении последних, интенсивно работаем на протяжении последних 3 лет. Мы пошли по пути разработки нескольких проектов, как эстакад, так и туннелей. Использовали опыт европейских стран в том числе. Разрабатываются уже детали данных проектов. Мы готовы будем презентовать их жителям города. Вот вы видите здесь по улице Толбухина, площадь Толбухина, как примерно мы представляем себе. Будем уходить вниз по дорогу на этой развязке. С пересечения Трелюздорской дороги, Толбухина, Филатова. Вот такие вот предложения у нас сегодня существуют. К каждому вопросу при строительстве мы подходим достаточно скрупулезно, разрабатывая те альтернативы, которые позволят нам жить городу без особых напряжений. Я думаю, что и в этом случае мы продумаем все до мелочей. Конечно, понимая, что должен остаться и работать общественный транспорт, троллейбусы, трамваи, все это будет учтено.